Снова здорово, дамы и господа, на связи Роман и канал Fritz and Games, а мы продолжаем с вами великую арену. Сегодня у нас Тоха, давай быстренько обзор предыдущего раунда. Вот он у нас, Hammerhead. Я не помню, в прошлом видео был ли понятен финал, был ли очевиден, но в любом случае мы победили. Сегодня у нас на самом деле жопа. Прям сразу я тебе со старта говорю, что здесь мы сольемся. Почему? Потому что мы проигрываем по количеству легенд. То есть даже если отбросить, что у него есть палач, у него 4 легенды. 4. А у нас их 2. Это на секундочку в 2 раза меньше. И неважно, как он закрыл, нам 3 легенды в атаке. В защите. Нам их не забрать просто-напросто. Ну, нет вариантов. Скорее всего. Хотя сейчас еще посмотрим. Так. Здесь у нас что? Один раз на Квая накосячил неплохо. Здесь еще один косяк. 2 фейла. По легендам в защите у него, естественно, МДК с кошкой. Кайла и Рэй. Еще и Мол. А, это Дарт Мол. Тогда насрать. Давай смотреть. Давай тогда посмотрим сейчас, знаешь что? Я хочу быстренько взглянуть контры. Можно ли закрыть Кайла не легендами? Ну, типа там Рлюк. Он же приближен к легенде. Где-то рядышком. МДК, МДК, Млюк, МДК, 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 Млюк, Млюк, МДК, 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 Млюк. Выях. Хотя нет, 81% есть, что Среван, Отшельник, Рлюк, Старик Бен и Бася закрывают на самом деле. 81% это достаточно таки много, это очень жирная цифра. Так, тогда мне надо забрать МДК. Ну, это залетает мой МДК, это залетает командир Асока Тана, это залетает... кто же еще сюда залетает? Еще одна Асока залетает. Бляха, я контру забыл. Мейс. И Шакти, по-моему. Я контру забыл. Так, я сейчас подсмотрю ее. Честно, забыл, вот прям из головы вылетело, и все, и хоть ты тресни. Прям по голове. Вражеский состав. 2 кошки, ГК и Падме. ГК и Падме. Вообще такого не вижу, если честно. Везде мейсы. А вот, есть. Мейсы тоже Падме. Но зачем мне тут в атаке Падме нужна будет? От Шакти, наверное, будет больше пользы. Баф на атаку будет давать. Призыв будет давать. Восстановление защиты будет давать. Тудым-сюдым. Да, поехали таким образом. Бляха, 3 легенды. Охренеть, не встать. Моя задача забрать кошатину. Баф на атаку, наверное, раздать.
Тихо, тихо, тихо. Не настакала, не убьет. Давай, наверное, вот так сделаем. О, неожиданный поворот событий. Нахер это все. Убьет, не убьет. Ну ёптель, ну серьезно. Ох, кошечка, ну что ж ты со мной творишь? Кисонька ты моя. Отлично, 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 отлично. Я вот так сделаю. А, подожди, Падмы, призывы. Угу. Бляха, там же запрет на прохил висит. Что я делаю? Это нервы, на самом деле. Просто дико нервничаю. Как мне забирать такое количество легенд, когда у меня нехватка легенд? А тот пацанчик, кстати, которого я тебе показывал, у которого 5 легенд, он проиграл. Он каким-то образом умудрился проиграть, прикинь. Так, ну все, МДК. Тоби пизда. Пробитие обороны снимем. Сделаем вот таким образом. Да не, он не жилец. Ой, ты какой! Ну ты все. Хрен ты увернешься от этой атаки. Так, и кого мне еще надо забрать? Кайла и Рей. Как забирается Рей за Млюка? Кто-нибудь знает? Рэй. Отшельник, Рлюк. Да ну на. Не, Рлюка у меня, считайте, нет. Ну, давай пока набирать состав. Это ты по-любому. Отшельник по-любому залетает. Старика Бена я не могу использовать. Рлюка я не могу использовать. Кама у меня нет. Шакти у меня нет. Среван мне нужен. Охренеть, не встать. Вариативности-то, честно говоря, не особо много. Давай я, наверное, вот так вот поверну. Вот сюда, чтобы я не смотрел в другую сторону. А то это на видео будет смотреться, наверное, вообще отвратительно. А напомни мне контру, Кайла-то там чем у нас? Реван, Рлюк. Где? Среван, Бася, Отшельник, Рлюк и Старик Бен. То есть я и Отшельника не могу здесь использовать, понимаешь? Мать твою. Я могу использовать Бинда, я могу использовать Йоду. Я просто смотрю, сейчас тут контра есть Йода, есть Бинда, Камша, Актив. Ну, Камша, Акти, даже не знаю, на кого заменить. У меня еще ГК, в принципе, есть.
Ладно, подмене джедай. Что у меня вообще по джедаям-то? Плод для разгончика. Бляха, какие варианты? Блин. Йода, Кеноби, Бинда, Пло. Наверное, надо Рейку просаживать в теории. Прям стараться жестко ее сажать. Ну, стан не работает, но... Ну, просадили, допустим. Сколько кто больше бьет? Кам или Йода? Ой. А хотя Йода, я смотрю, с Млюком бьют-то плюс-минус одинаково. Так, допустим, это было не страшно. Допустим, мы сняли провокацию. Допустим, мы сделали вот так. Допустим, мы сделали вот так. Допустим, я сделаю вот так. Просто, чтобы получить заливку... А почему я заливку шаха не получил? Да ты падла, ну сдохни, прошу тебя. Просто сдохни, тварь. Я уже кричу, как Кайло из 7, 8, 9 и всех остальных эпизодов. Сдохни, тварь. Ох, Йода пошел в разнос, походу. Да ладно тебе. Давай сюда сделаем, наверное, я хер знает. Ой, хорошо. Ну, стяги тут восстанавливать, наверное, вообще не имеет никакого смысла. Бляха. Всех невосприимчивость. Ну, тогда стяги повосстанавливаем. Что я могу сказать? Не, давай глазки раскидаем. Допустим, Бинда полный. Йода полный, его тоже можно уже не призывать. Еще Пло. ГК. Да ладно, тут уже не восстановить никак. А, вот теперь самое сложное, Кайло. Теперь самое сложное. Забрать Кайло. Бляха, я не представляю, как мне это сделать. Среван, Рлюк,
Отшельник. А где Бен? А где Бен? Не понял. Бляха, не говори, Дев. Я ж не брал Бена. Я ж не использовал Бена. Ебать. Сука. Ай-я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 й. Я все равно не знаю, что это. Я даже не представляю, как этой пачкой играть. 81% винрейта. Я не знаю, как этим играть. Серьезно. Вот прямо у меня вот вариативности вообще ноль. Кого из них первого гасить? Красного, Хакса. По идее, наверное, красного надо первого гасить. Чтобы он особо не разгонял. Ну, убили. Все, отлетел, здравствуйте. Дебася отошла в свет иной, в мир иной. Ой, отшельник, это за что? Да, все, пиздец. Ах, надо было, наверное, танков пробовать забирать. И тушотом заваливаться. Я не знаю, честно, я не знаю этой контры. Я его только сегодня увидел. Так кем тут добивать? КЛС, наверное, нет. Падмы пак. Падмы пак. Падмы пак. Не. Знаешь, какой винрейт у Гэса? 5,4%. А вот есть 12,5% винрейт у Гэса против Кайла. А, падмопака у меня нет. Блин. Нихера себе, уже просадили. Ну, конечно, Файвза. А в кого еще, если не Файвза, да? Здравствуйте.
Почему Файвз? Бейте любого другого, кроме Файвза. Я вот очень честно, сильно прошу. Гэс, тащи. Гэс, сука, тащи, я тебе сказал. Есть. Гэс затащил. Но я просрал столько пачек, что теперь я вообще не представляю, кем мне куда дальше идти. А у него еще и палач, кстати. Падмы нет. Гривуса мне кем забирать? Пробовать империей? Ну, допустим, КЛСа я заберу КЛСом. Да, мне пачек тупо банально теперь не хватит. Ну, скажу честно, изначально, я, в принципе, уже готов был к поражению. То, что мы забрали трех легенд, будучи имея всего две, я этим как бы горжусь. Лично для меня это хороший результат, потому что я вообще не рассчитывал, что мы кого-то тут заберем. Это раз. Да, в принципе, все. Все. Я этому безумно рад. Мне бы хотя бы эти две территории закрыть. Гриус, падла. Не, ну такой, конечно, нет. Это империя только. Брать ли Вата? Он будет давать заливку шкалы хода. Или взять Таркина. Он будет накидывать больше отрицательных эффектов. Но смысла от этого маловато. Потому что он не успеет сходить. Кого сюда можно реально взять? Пьета нет. Имперские штурмовики. В защите. Ну, допустим, взял Вата. Допустим. Массовка. Невосприимчивость. Не, наверное, все-таки Таркина надо взять. Да, давай пробовать. Я хрен знает, здесь не такой сильный Гривус пак. Гривус сам по себе, да, ВР-7, вот эта вся хуйня. Но сам по себе пак-то не сказать, что прям... бомбические. Вот опять эта писюлечка. Ну вот кому он оставил эту писюлечку? Ну объясни мне, пожалуйста, кому? Для кого? Вот эта писюлечка, это самое шакальство, которое меня просто дико раздражает. Кому он оставил эту писюлечку? Это второй раз такая хуйня происходит. Серьезно. Я не понимаю, зачем, как? Порежь ему шиха. Бляха, один ход. Я не успею сходить. Траун, 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 траун. У тебя передача хода должна быть. Траун, траун, траун,
Траун, сука, Траун. Каково мы травы, за кому шихата режете, падлы? Ой-ой-ой. Блядь, да что такое? Ну вот все, не слава богу. Пиздец. Не надо было бы два бить. Да, весело. Блин. Что делать там? Сюда мы можем попробовать триумвират спустить. Типа так. Да, да, тяжко. Допустим. Пошел нахер. С Ампери я понимаю, что контра не самая лучшая, но блин, оно работало. Вот эти вот писюлечки, ну серьезно, ну откуда они берутся? Ну как так? Ну вот это просто... это такой раздражитель жесткий. Еще бойцы повстанцев тоже с Кайлом Катарном, между прочим. Здесь попробовать открыть, посмотреть, что позади творится. Ну вот кем сюда опять же заходить? Давай попробуем составить что-нибудь из Галактической Республики, что у нас осталось. Здравствуйте, все. На этом все. Дженозийцы. Дженозийцы. Да тут Бескар собака. И тут все время забываю. Бокатан еще есть. Хотя, как вариант, в принципе. Если Бокатан заберем, просто она дает массовое ошеломление. Этого быстро заберем. Сразу 20 птичек. Охренеть. Ну ты серьезно? Блять, ну ведь можно было добить. Ну можно же было же добить. Ну че вы оставляете-то сегодня писюньки какие-то? Ну что за хрень? Ну, пацаны, ну серьезно, ну не серьезно.
Еще и сдох кто? Шпион, блядь, понимаешь? Шпион сдох. Единственный жучара, который ролял прям пипец как. Взял и сдох. Хотя в жуках, ну да, шпион роляет, но там как бы все имеют место быть. Один блокирует, другой снимает бафы. Там дает разгон, прохил, вот это все. Тоже выставил солянку, хуй пойми какую. У него, кстати, деф такой же, как у нас. За исключением, что у него, сука, 3 легенды. Гривуса мне кем добивать? Вообще не представляю. Говнопачку эту спускать? А кто там? Там Драйдека, Магна. Но опять же, Б2 убили. И кого еще сюда добавлять из галактической? Из ГР-то мне добавлять сюда некуда. Смысл мне от этого консула, не консула. Что они будут делать? Эти не успеют даже сходить. ХП не хватит, модуля не хватит, скорости не хватит, ему ничего не хватит. Чисто на массовке взять. Мод ему можно было бы попробовать пустить. Хрен знает. Ага, пошел по слабым, значит, да? Ну, здесь даже бицухи, понимаешь, не получится набить. Не те это персонажи, чтобы набивать тут бицухи. Обидно, конечно. До свидания. Дам. Дам. Да ладно, не буду я, короче, херней страдать. Это бессмысленно, просто бессмысленно. На мод мой он зайду еще, нашей мод мой, и будьте здрасте. Получится, не получится. Если ты скажешь, что надо было пойти вниз, почище там низ позачищать, возможно, закрыть какую-то территорию, то я тебе скажу, что это не имеет никакого абсолютно смысла. Прям вообще ни разу. Потому что к победе это нас в любом случае не приведет. Мне просто банально не хватало пачек. Если бы Кайла мы бы закрыли с первого раза, тогда бы да. Но как закрыть там было Кайла с первого раза? Даже будь бы у нас старик Бен, я, честно говоря, не уверен бы, что это получилось. Старик Бен у нас вообще что дает? Запреты. При смерти прохил скорость. Ну хрен знает, вряд ли бы затащили, конечно. У него еще мод мы быстрее, она... раньше воскресит кого-нибудь, чем я верну Кайла Катарна к жизни, чем Бикса добью.
Ну, чуть-чуть. На, молодцы, ладно. Молодцы, ладно. Бляха, вот до флота то, что не дошел, конечно, обидно. Да нет, тут ничего уже не сделать. К сожалению, увы и ах. Писюлечка меня опять подставила, понимаешь? Ну вот, вот как бы... вот как бы все. Да, тоже заваливаться не имеет никакого смысла. Вообще никак. Блин, вот Пиета еще можно было. Вот защиту его поставили, хотя опять же с другой стороны он тоже ведь не закрыл благодаря этому. Даже если бы я закрыл Гривуса и Империи, вот смотри, я закрыл бы Гривуса и Империи. Дальше зашел бы Мотмой на Мотму, естественно. Ошметками Галактической Республики. Я бы кого-то тут забрал? Ну, наверное, забрал. Но имперских штурмовиков-то вряд ли. Вот Акбара с остальными повстанцами. Это же повстанцы, надеюсь, не сопротивление. Забрал бы. И все. То есть у меня в любом случае не хватало, не хватает пачек и отрядов. К сожалению, легенды высосали из меня все до последней капелюшечки. Ну, ладно. На самом деле, такому противнику не так что обидно проиграть. Я, на самом деле, немножко доволен своим результатом. Чуть-чуть недоволен в плане Империи сраной. Надо было все-таки, наверное, сит-бомбера брать. Гляди, может, он бы массовкой сходил и добил бы этого сраного Гривуса. Как вариант. Ну, а чего же тут гадать? Тут уже ни хрена непонятно. Ладно, на этом у нас все. Третьего аккаунта, наверное, не будет, потому что что-то сказали, что типа неинтересно, неинтересно. Ну, неинтересно, так неинтересно. А далее пойдем все так же по основе и по тохе. Подписывайся, ставь лайк, если понравилось. Пиши в комментариях. Большое спасибо, что посмотрел, с тобой был Роман, и да пребудет с нами сила.